Всем привет! Сегодня продолжил небольшой ремонт кухни. Сниму кусочек видео про то, как стоит делать, когда у вас нету подходящих шпателей для того, чтобы заровнять поверхность. Мини-лайфхак. Так, сегодня за прошлые выходные, соответственно, я сделал часть кухни. Часть кухни я пробовал разные эксперименты. Здесь я решил поэкспериментировать, чтобы не сносить старый косяк. Попробовал его сначала заштукатурить. В общем, штукатурка у меня отвалилась, потому что я ее крепил прям так. Немножечко грунтовки только налил, но, в общем, отваливалась, потому что не хотел всю эту краску дальше отдирать, и косяк заменять вроде тоже неохота. Здесь у меня еще кусок обоины, да, я его пока не отдирал. Решил на куске попробовать. Попробовал на этом куске, ничего не получилось. Потом решил попробовать шпатлевкой. Штукатурку отодрал, зашпаклевал. В целом держится. Вот этот кусок, сегодня этот кусочек я немножко помазал краской белой. И, знаете, вообще прям держится, я бы сказал, капитально. Поэтому я, наверное, подберу подходящий цвет под уголок. Все еще раз зашпатлю, чтобы было все ровное. А потом какой-нибудь краской покрашу этот косяк. Вот, эту стенку, которую мы будем сносить. Сейчас мы ее пока что просто, я ее отмою, сносить мы ее будем еще не скоро, поэтому я ее тоже зашпатлюю, красить я не буду, только шпатлевка будет. Эту стенку просто отмоем, плитку так и оставим, потому что, как я уже сказал, сносить будем, ничего делать не будем. Раковину переносить будем и, наверное, менять. Там куча грязи, мусора, надо его отдирать, убирать. Вот этим сейчас я, в принципе, буду заниматься. Подоконник решили мы залить штукатуркой. Я его залил немножко. Сверху я положу плитку. Плитку у меня будет, наверное, синего цвета, вот примерно как изолента. Нашел хорошую красивую плитку здесь. Вот, и она будет продолжением столешницы идти. Столешница будет идти вот до сюда. Тоже буду делать сам. Газовую плиту пока менять не будем, оставим эту. Соответственно, как сделаем. Как у нас появятся, вернее, деньги, так купим новую плиту. И вот, кстати, кусок стенки, который был с отвалившимися плитками. Сейчас я этот кусок стенки обратно плитку восстановил, все приклеил. Куска плитки не хватало, и он там тоже не хватает. Поэтому там тоже буду какую-нибудь другую плитку ставить. Вот здесь кусочек плитки вышел другой. Пока сойдет. Но потом, если что, мы, наверное, какую-нибудь другую плитку купим и сделаем. Пока как есть, потому что сейчас есть некоторые сложности с работой, поэтому пока сложности с работой не решатся, будем экономить на ремонтах и будем все делать аккуратно. Кстати, мой лайфхак по поводу кисточки отлично помогает и здесь. Здесь косяк я... Раму, в общем, эту, я ее тоже зашпаклевал. Она изначально была такого же цвета и неровная. Штукатурить я ее не стал, потому что подумал, что штукатурка отвалится, просто зашпатлевал и все. Соответственно, шпатлевка держится нормально, осталось только также подобрать цвет. Либо это будет белый цвет вот этой полностью рамы. В принципе, стенки мы, наверное, потому что оставим белого цвета. Либо это будет какой-то другой цвет, может быть, рисунок. Вот, и сегодня у меня еще одна задача, это убрать этот шкаф. Вот, оторвать от потолка обои, оторвать от стенок обои, все это дело отшкурить и отмыть плитку. После того, как я это все сделаю, соответственно, в ближайшие выходные займемся марафетом, помоем пол. Здесь разберу вот этот шкаф. И уже... Тогда будем делать столешницу. Но я думаю, в конце февраля, наверное, столешницу я уже закончу. Как раз таки все здесь уже покрасится, поклеится. Клеить мы, кстати, ничего не будем, оговорился. Покрасится, и можно будет спокойно переходить к следующему помещению. Это зал. Зал, где мы сейчас обедаем. Здесь у нас бардак небольшой, потому что здесь у меня лежат строительные материалы под тканью. Это у нас мини-елочка. Вот. Кстати, если кому-то интересно, пишите комментарии, покажу, как сейчас выглядит комната без окончательного ремонта. Мы в ней уже живем.
Я спрашивал у тестя, как вот избавиться от таких желтых пятен и, соответственно, как выровнять поверхность здесь, именно в уголке. Он мне говорил, что берешь маленький шпателек и как-нибудь так вот аккуратненько там выравниваешь. Я на самом деле так и не понял, как это сделать. Пытался, но так у меня ничего не вышло. Вот, кстати, появились желтые пятна. Потолок будем переделывать. Если что, пока что не обращайте внимания. Вот, но переделывать будем точно не в этом году. Желтые пятна. Как от них избавиться? Никак, а просто потолще, что слой шпатлевки. Развел побольше водички, хоть было написано белая шпатлевка, но тем не менее получилась она не очень белая, сметанного цвета скорее. Вот. И сейчас буду показывать, что я делаю для того, чтобы выровнять такие места. Ну, соответственно, все достаточно просто. Снимаю я сейчас с рук. Берем вот такую вот кисточку, простейшую кисточку. Берем шпатлевки, вот столько вот, например, да? И вот желтое место. Опа. Так, что-то у меня какая-то кисточка грязная была, по ходу дела. О, грязные пятна пошли. Берем кисточку, да, и вот эти вот места промазываем. Просто перфектно, я бы сказал. Ю-ху. Лучше, наверное, не придумаешь. Я все боролся, боролся. В прошлый раз я потратил на всякие эти уголки, я не знаю, на каждый уголок я потратил, ну, не менее минут, наверное, 30 точно, чтобы его зашпатлевать. Никак не мог приноровиться шпателем этим все делать. Теперь все достаточно просто. Сначала я промазываю все кисточкой. Вот. Несколько слоев. Потом, когда подсыхает, вот, допустим, вот здесь вот подсохнет, да? Вот. Ну, это краска у меня белая. Допустим, подсохла и немножечко затирочкой прошелся. Вот такой вот уголком. И все, идеально ровная поверхность. Вот такой вот мини-лайфхак. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. Пока!